от Олексія арештовують, балотуватимуться на наступних виборах президента. Про це радник керівника Офісу президента заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Утім, є одна умова. Він висуне свою кандидатуру, якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін. Ви, Михайло Подоляк, збираєтесь основати політичну партію? Це сплетня. Вы в политику собираетесь пойти? В смысле, полноценно. В партию, в парламент, да, вот да, это вот, все? Ну, может, и выше президенты баллотироваться. Я, значит, сейчас скажу вещь, которую я никому не говорил. Все говорят про мой какой-то там безумный рейтинг, допустим. Но мой рейтинг, это рейтинг президента. Эти девушки из машин высовываются, чтобы вас фотографировать. Мой рейтинг, это рейтинг президента сейчас. Да. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, которыми я работаю. У меня может быть разное мнение о них. Но я никогда его не вынесу и никогда не... У меня же был опыт. Полтора месяца, как я из офиса ушел, да. Ни одного слова меня никто не услышал. Да. Вот, потому что я не выношу ссоры из СБ. Поэтому пока президент, президент, да еще верховный главнокомандующий, военное положение. В принципе, эти разговоры не вполне корректным для меня вести, считаю. Второй момент. Если он пойдет на второй срок... Я, естественно, не буду его подрезать. Ни в коем случае. Это технически невозможно. А если нет? А если нет, надо будет думать уже. То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... Я буду подаваться. Вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть, как вот это самое будет. Главное заявление.